новый опыт. И я поняла в какой-то момент, что мне надо дольше это делать. Потому что, вот, например, сегодня я прям почувствовала, что я хочу говорить. У меня прям не останавливается вот этот вот поток после бани, может быть, что-то раскрылось. И я прям хочу разговаривать. Я не могу это никак сдерживать. И, видимо, если еще и это преодолеть, то, наверное, за этим еще дальше, глубже и интереснее.